8к голдишки в никуда! То есть ты хочешь, чтобы я тебя разорил? Подожди, ты хочешь гибосы выплатить сейчас, а? Ну я должен говорить, да, да, хочу! Нажимай, погнали. Нет! Скажи просто, хочешь ли ты продать весь свой инвентарь за 0.03? Просто следить за 0.03, Кирову. Просто подарить какому-то подписчику. Готов взливать! Готов! Ты готов! Готов! Нет! Нет! Я до трех. Тик-так, после этого мне больше не друг! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня со мной Тик-так! Всем привет, ребяшки! Короче, ребята, прямо сегодня будет самая хардовая рубрика на моем канале! Тик-так, расскажи ее правила! Я должен буду давать тебе задание, на которое ты должен будешь всегда говорить только да. А если я скажу нет, что тогда? Что тогда? Что ты мне сделаешь, а? Если ты скажешь нет, ты проиграешь! Должен будешь продать весь свой инвентарь! Пау-пау, привет, братуха! А сейчас я покажу наглядно, как работает эта рубрика. Скажи, пожалуйста, ты хочешь встать в этот угол? Я хочу встать тебе в рот! Подожди, я говорю, ты хочешь да, встать в этот да, угол? Да, да, я же отвечаю все да, время только да. Да, остановись, ты же хочешь. Встал, остановись, встал. Родной. Ты хочешь? Ты немного хочешь? Да хочу! Зачем так жестко? Зачем? Это еще не жестко, дальше будет намного жестче. Ну что, ребята, а мы перемещаемся к первому заданию от усатого пинча Эки Грибопаста Тик-Така. Погнали! Слышишь, ты как меня назвал там, а? Усатым грибоедом? Грибопинчом? Да! Три грибопинч! Стоять! Ты хочешь сказать, что ты Пеппа? Слышишь, так нельзя! Подожди, ты Пеппа, я правильно понимаю, да? Да! Да! Я Пеппа! Пожалуйста, никто не делайте нарезки этого момента. Ты хочешь это громче сказать? Громче скажи. Да, я Пеппа хочу. Ой, так, блин. Подожди, стой. А покажи-ка мне, что у тебя там по батлпассу. Там же обновы сейчас то, что новое вышло. Да, то вот у меня батлпассик, смотри. 47 уровней всего да. Убил. В смысле, все, целых 47 уровней. Подожди, ты хочешь купить 300 уровней батлпасса? Сколько? Ладно. Сколько? Ладно, 300 это много, реально, что я переборщил. Ладно, покупай, нажми кнопку купить, сейчас ну. Будем разбираться. О! 45 уровней батлпасса, нормально? Будешь слышишь, покупать? То у меня сколько денег нет, ты на приколе? Женищий! 20 уровней батлпасса, ты хочешь купить? Все, 20 это так реально мало уже. Ну, блин, давай, давай 10. Два! Не, сейчас будет 45. Ладно, 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 20, да, хочу! Ты всё. Хочешь? Да, хочу, конечно. Нет, скажи, что все слышали. Я хочу купить 20 уровней батлпасса. Я хочу купить 20 уровней батлпасса. И за задание. Скажи, я Пеппа еще, да. Ты ж Пеппа, да? Слышишь? А, 45. А, 45. А, не, да? 45. Хорошо, говорю. Я Пеппа. Все, хорошо. И 20 уровней батлпасика тоже. Покупаем. Блин, мужик, я думал, будет не раздарителя рубрика, а тут. О, подожди, может, все-таки 300 уровня? Не-не-не, все, покупай, покупай. Я купил из-за тебя! Фу, блин, ты посмотри, я все деньги потратил. А ты шо вообще? Подожди, стой. Нажми как кнопку окей что-то. Ой, ну, нажал окей. Подожди, стой. А ты купил вообще мне это? Я просто не заметил. Да я купил. Подожди, смотри, 67, вот 67 ну, было. Так у тебя 67 было, да, было. Было 42, нет. А, было 47, было 47, честно. Ладно, покажи, что там у тебя выпало, ну-ка. Да вот, вот такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а давай мы откроем вот этот один касик. Один, вот давай. Этот? Вот этот? Вот этот, я пальцем... А, это показывал, ну быстрее. А, Виапон, открыл, открыл. Открывай, без буста. Без буста. Смотрим, что... О, блин, Дарк! О, блин. Это все из-за тебя. Хочешь применить этот скин, поиграть с ним немножко? Поиграть с ним? Да, да, это скин для нищих. Потом, что? Нет, хочу. Да, хочу. Хочешь, я сейчас комонку тебе купил, может, не? Какую еще комонку? Чтоб ты с комонкой играл. Давай, применяй этот скин. Да я применю. Я просто не могу его найти. Я применю, честно. Ладно, хорошо, я тебе верю. А где ножи? Да у меня, вот, смотри, экипировано, вот, вот, вот мои ножички. Один? Не... У тебя один нож всего? Не, подожди, о! У о, настоящего! Ну ладно, не, маловато как-то, да? А что так мало ножей? Да у настоящего нормально. Ютубера, но нормального мужика, должно быть больше ножей! А, я предлагаю тебе зайти на рынок и купить травму. Купить
рандомных 2. Подожди, а как мы определим? Нет, смотри, смотри, сейчас ты нажимаешь фильтр, ножи. Дальше. И все ножи выбираешь. И какой первый будет, какой первый будет. А вдруг там будет Керголд? Если там будет Керголд? Керголд покупаешь себе. А ты спросил, я хочу или нет? Подожди, ну ты по-любому хочешь. Ты же хочешь? Блин, я забыл. Да, хочу. Все, что я говорю, ты хочешь. Радулька ты моя, давай, покупай. 3, 2, 1 и... Бам. Ой, 1400 сюда. Блин, ну за что? Минус 1400. Купил. И второй еще, давай, не забывай. Два наш шанс. Вот этот, М9? Да не, еще раз. Выбрать фильтр ножи, да. Пожалуйста, и хэштег удача. Керголдик сейчас будет сначала. Ребят, хэштег удача. 3, 2, 1, погнали. Ой-ой-ой, вообще нормально. Не, полтора косаря нормально. Все, покупай. Керголдик было бы получше. Слушай, ты хочешь керголдик купить вообще? У меня есть, мне не надо. У меня есть, не надо. Ладно. А ты делал вообще крафт фрагментов? Да, у меня куча этих фрагментов была. Подожди, сзади, тебя сколько фрагментов? Ну, блин, вот смотри, нажимаю фрагменты, вот, все мои фрагменты. 8 арканов фрагментов у тебя? О, смотри, как ровно получается. У тебя два легендарных фрагмента, ты их перекрашиваешь. Не смей! И у тебя получается ровно 10 арканов фрагментов. Не смей, это трогай, ты мне больше не друг. Стоп. Нет. Ты хочешь органофрагмент скрафтить? Да, я хочу! Давай, два раза легендарочки. Давай. Повышаем. Ай, хорошо, такая, ой, повезло такая. Ой, какая красотища. Раз, ой. Ай, классно, да? Еще раз. Второй органофрагмент, давай. Ой, как гениально, обожаете. Ой, хорошая моя органофрагментики. А теперь делаем самое главное, аркана. Ой, создаем скинчик, да. Серьезно, создавать? Наверное... Это 8к стоит, смотри. Каждая по 800 голдишки. Тут и 10 штук, это 8к. Так, ты серьезно? А я придумал что? А ты создашь и продашь за 0 скин. Нормально? Что? Нет, то что только не продавать. Давай, подожди, стой, я же забыл спросить. Я, допустим, не хочу, чтобы ты этого делал. А ты хочешь продать за 0.03 то, что выпадет? Ну... Хочу, но потом, попозже. Давай, делаем. Открываем. Все, пошла. Открывать? Да? Да, конечно. Открываю. Давай. Пошло, родное. О, нет, как же переживаю. Ой-ой-ой. Прошу, статрек. Какой же скин за 0.03 выпадает? Нет, он стоит 300 голдишки, мы потратили 8 тысяч на это. Так мы его продадим тогда, он не нужен тебе, правильно? Надо, не продавай, нет, он не нужен. А покажи, сколько он стоит, стой. Блин, ну он вроде бы как такой. Так. Что? О, нормально, за 0.03 сливай. То есть это минус 8к голдишки в никуда? Он тебе не нужен, да? Ну подумаешь, нормально. Сливай. Зашибись. Сливай. Зашибись, тик-так! Нормально. Ты меня тупо раздарил 8к голдишки в никуда! Ту, подожди. Ой, блин. Ты сказал слово разорил? Да. То есть ты хочешь, чтобы я тебя разорил? Да! Подожди-ка, я, насколько я помню, добавили ножевой касик, по-моему, да? Покажи-ка, у тебя есть он вообще? Да нет у меня его, честно. Ой, я его уже открыл. Давай, слушай, зайдем на рынок. Да. И рандомный, просто касик первый, который тебе выпадет, ты его покупаешь. Если будет Origin за 15 косарей, ты его покупаешь. Ты серьезно? Ты ненормальный? Да. Первый контейнер, который тебе выпадет. Да я нищий. Давай. Ладно, окей, все, нажимать применить. Давай, поехали. Давай. Поехали. Опа, Empire. Ой, Origin! Фух, скорпион, так, ура! Какой же ты везучий! Да! Там мог гифтбокс вообще выпасть, ты видел? Ну, мне повезло, там Origin Classic. Давай еще раз, не? Давай еще раз один. Давай, я хочу, чтобы гифтбокс был. Ну, у меня же нет варианта, надо говорить да. Да, гифтбокс, конечно. Давай! Нажимай. И раз, и два, и три. Прошу, пожалуйста, удачи. Буду на моей стороне. Гифтбоксика, пожалуйста. Ну-ка. Я не хочу гифтбоксика. Давай, алло. Ты хочешь гифтбокс выплатить сейчас, а? Ну я же должен говорить, да, хочу. Ну ты все, нажимай. Банально. Да. Нет! Я нищий! Твой, дорогой! Прошу, нет! Только не это, Ты говорил, я хочу, чтобы выпал гитбокс, правильно? Ну, правильно! Он тебе выпал, тебе надо покупать, заходи на него.
Ну, нет. Ладно, давайте не будем так жестить сильно, так уж и быть. Гитбокс я тебя прощу, но а скорпион ты откроешь, и что выпадет со скорпиона, за 0.3 продаешь, окей? Да. Давай. Да. Даже если ножик выпадет, тоже за 0.3, неважно, все. Все, 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 фу. Давай, давай. Я говорю, ты меня так сильно не пугай, мне чуть плохо не стало. Вместо гитбокса откроешь новый кассик, который с БП. Поехали, давай, окей, поехали. Давай, открывай. И то, что выпадает за 0.3, да? Конечно, конечно. А вдруг это сетрек? Трудно сетрек! Пожалуйста, сетрек. Ой, повезло тебе. Фу. За 0.3 можно давать. Я не могу его найти, его украл. Пускай будет тебе 5 голды, мне не жалко. Давай, еще один. Первый только. Первый по счету вейпон кассик. Вот этот? Да, да, да. И фаса, без буста. Без аркана выпасть. Без буста. Вот, давай без буста и... Зашибись. Это намек, что с этим скином ты должен играть. Смотри, статрек, зато статрек! Ну, нормально, пойдет. Ну, как раз это твой любимый скин будет, да? Да. Тебе нравится этот скин? Да! Это твой любимый скин, правильно? Ну, да! Подожди, ты хочешь сказать, что M40 Daybreak твой любимый скин? Да! Говори. M40 Daybreak это мой любимый скин. Поцелуй вот так. Поцелуй его. Ты хочешь его поцеловать вот так? Не, давай. Фу, что ты творишь? А можно тебя поцеловать вместо скина? Давай, ближе. Ой, не в ту сторону. Кентуха, ты в курсе, что на булдропчике вышла обнова? Да, я слышал, и мегалодон приплыл. И ты в курсе? Да. За то, что ты его дубасишь, ты получаешь бесплатную энергию. А потом ты эту энергию можешь менять бесплатно на топовые скины. Офигеть. Да, это все на булдропе. Там добавили также новые кассики. Но самое главное, я хотел бы подписчикам подарить 3 подарка. Смотри, первый это бесплатный сундук. Второй это дополнительный процентик пополняшки. И третий это бесплатную энергию, чтобы бить этого мегалодона. Чувак, давай быстрее, захожу. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Блин, ну скучно как-то. Давай, может, пойдем поиграем с тобой, а? А давай ты поиграешь со мной в режиме, новом режиме дуэльки. И если ты проиграешь мне, я тебе даю жесткое задание. А? Чего? Жестче, чем было. Самое жесткое, которое вообще было. Какое задание? Какое задание давай. Ты мне дашь? Не смотри, вот смотри, если ты выиграешь, я тебя просто отпускаю. Но если ты проиграешь, я тебе даю самое жесткое задание, которое возможно. Ой, если блин, ты блин, это плохо может закончиться. Открой лобби, давай. Ну давай, открыл. Все, договорились. Мы сейчас идем играть в дуэльку. Ну как говоришь, у меня вариант, а у меня варианты есть? В новый режим. Ну то же ты хочешь же, правильно? Хочу. Так, уже стой. Ну-ка, а ты вебку хочешь сделать еще меньше себе? Еще меньше вебку сделать. Давай. Да подожди, да чтобы было видно нашу дуэль тогда. Давай, еще меньше вебку хочешь сделать? Вот еще меньше. Еще меньше. Вот так? Еще меньше. Ну ты прикалываешься? Вот так, да. Я меньше скина. И еще меньше, чуть-чуть еще меньше. Вот так. И так один раунд. Ты хочешь поиграть один раунд? Давай, хочешь один раунд? Да, погнали. Давай, режим, стой, куда режим Сингапур? Подожди, а на что мы играем? Ну, я тебе сказал, если ты проигрываешь, я тебе даю самое жесткое задание, которое вообще возможно. Куда ты больше себя делаешь? Ну, чуть-чуть больше. Все, вот так вот, максимум. Один раунд. А можно возле тебя быть? Возле тебя. Давай. Все, монтажёром признай. Ладно, давай. Под пилок бать, давай. Батя, я батя этому в рот кидал. Погнали, братва. Так, давай. Один раунд ты играешь со мной нормально. Да, в рот. Опа. Ну, что с лицом? Что с лицом? Давай, сейчас посмотрим, что у тебя будет с лицом. Откуда ты знал, что я там был? Ты можешь свою мэпку переместить, это ты загораживаешься. Подожди, то есть если я проиграю, ты мне дашь какое-то очень жесткое задание. Очень жесткое. Да, если ты проигрываешь, я тебе даю такое жесткое задание, что просто офигеешь. Хорошо, если я выиграю, я тебе даю в рот, правильно? А, подожди, ты хочешь взять у меня в рот? Слышишь? Мы так не договаривались. Ну ладно, значит, тогда не выпендривайся. Получай хаешку по горбу. А где ты? По брейну играем. Стинкебаут. Я машина! О, подожди, а сколько тебе хп нанес? Я в тебя 3 раза попал? Минус 30. Да, так это USP ты еще хотел. Через 3 секунды сломана кабина. 1, 2, 3. Прикинь, урон не регает. Прикинь, я тебя попал, урон не зарегал. Когда ты нуб, всегда урон не регает. Да, давай. Смотри, вообще буду с одним глазом играть, что тебе поддамся, чтобы понял, сколько жестко. Давай. Так мы ноускопом играем. С одним глазом, смотри. Чтобы понимал. Давай. Я тебя вынесу, одним глазом. О, вынес меня, братик, да ты шо? Ну ты пинчалыга. Давай. Пинчалыга, я такой первую жизнь слышу. Слышишь, это ты должен в паспорте был себе прописать. А теперь смотри, учись, пока я жив. Жесткий киберспортивный мув. Через 3 секунды нет кабины. 1, 2, 3. Ой, а где кабина? Твоя.
Ой, а где кабина твоя, а? А как ты стрелял в другую сторону, алю? Ты в другую сторону стрелял, когда ты бы не попал. Да, нормально, не писи. О, вот это самое любимое мое, я дигл-мастер. Сейчас я тебе твой дигл засуну куда я проверну. Опа! Да как оно не ревит, ну по себе! Какой вообще какой-то трындец. Дилурейт, вау! Надо же, ну тут я думаю, изи вин. Тебе подаваться? Давай. Мне с закрытыми глазами играть или с открытыми? Смотри, опа! Че, боишься? А теперь смотри, жесткий прикол. Ой, блин! Да! Да я ничего не видел! Я ничего не видел! Ой, ты ботяра, 3-3! Подожди, ты сказал я ботяра? Окей. Да, ты еще да, ответишь за да, это. Ты тоже не просто ты галимый бот. Ты тупо, ты просто... Откуда у тебя... А, ты стрим смотришь, бот, который мониторинг вывел. Какой стрим, алло, я тебя увидел. Демку вывел. Ботяра. Тебе лишь бы это самое отнекиваться, ботяра. Я тебя сейчас закрою. Бот-ботский ты. Ты бот? Ой, тебя видел. Ой, ботик! Подожди! А как ты попал прострелом через колонну? Ботяра! Это нереально было! Ботиха! Все, я рано сосил, окей, базара зира. Давай, сломай кабину ботику. Давай. Ой, куда информация? А я стрим-снайпер. А что ты пишешь, что ты дно меня называешь, если ты дно сейчас? С чего ты взял? Давай дно. Это не мог ничего оригинальнее придумать? Через 3 секунды тебя будет плакать. Ого. Как? Давай еще. Какой же ты лакер, какой же ты лакер. Сюда иди. Давай, бот, давай, иди. Ботяра. Сколько? Какой же ты? 50 хп осталось? Ой, тупобот, фу. 50 хп? А тебе вообще не стыдно, скажи, так играть? Мне стыдно, потому что игра против такого бота, как ты. Получай, конечно, чтобы было не так стыдно. Ой, ботяра, привет. Да хитрить, колотить. Ботуха ты. Меня даже хаешка снесла больше, чем ты. Смотри, ты знаешь, что такое пиксель? Взлал! Алло, это не щит, это человек управление, это вонючее новое! Ты понимаешь, я только сказал, тактика пиксель. Ты же меня забоялся! Я залал, алло! Это нечестно было! Хорошо, а ты знаешь тактику внезапный пуш? Вот она! Тактика прострела сейчас будет, смотри, тактика прострела, смотри, ты где? Я тут. Ну как ты? Капец, блин, а! Это трындец! Ребят, закрыли малышку. Братик, ты тут? Так. Давай, ого, попу мне! Ты лагаешь! Ты лагаешь! Я не хочу проигрывать, ты говорил, там жесткое задание! Не, ты проиграешь уже, ты уже проиграл. Считай. А где ты? Нет! Нет! У меня патроны закончились! Нет! Блин, 8-6. А что-то получается, осталось последнее самое жесткое задание тебе, да? Ты говорил, если я проигрываю, ты мне даешь Кирголд, как утешительный приз. А, подожди, ты хочешь выполнить самое жесткое задание мое? Жесткое задание хочешь? Скажи, я хочу выполнить жесткое задание. Я хочу дать в рот. Ой, я хочу выполнить жесткое задание. Скажи, я хочу взять в рот, скажи. Я хочу дать в рот. Ну, за то, что ты сейчас так выпендриваешься, заходи в инвентарик свой. Нет. За выпендрёшь твой, да? Ты прикалываешься? Давай. Скажи просто, хочешь ли ты продать весь свой инвентарь за 0.03? Весь свой инвентарь за 0.03. Хочешь? Да! Ну, давай начинаем. Начинаем продавать. Вниз, прогартывай, давай. Ты серьёзно? Что там у тебя интересненькое? Ну-ка. Так. Нет, ничего нету. Ой, подожди. М4 самурая аркана? А что он вообще делает? Давай 0.03 её сразу. Да кинул! Сливай! Ты шутишь? Алло! Опять за... Зачем? Давай бегом за 0.03! Сливай! Продам! Обратно! Нет, это же не смешно, Саня, не смешно! Ниже, гарта! Давай, гарта ниже! Что там у тебя еще? У меня больше ничего нет, у меня только шарпаксы, все, конец инвентаря. Подожди, я сейчас начнем с керамбитоголда съебу. Ладно, я помню, все, листай. Так, листай, еще быстрее! Быстрее листай! Да, быстрее, все. Опса, выше, обратно. Не, ниже. Это специально подготовился к рубрике, чтобы не продавать? Давай, зайдем с тобой на рыночек, ну, чтобы так, ну. Да у меня нету ничего, я не ищу. Выпендриваешься, я вижу, выпендриваешься, зайдем на рынок. Да я не выпендриваюсь. Пендер Немлес коллекция. Ты на приколе, конечно, Немлес коллекция. Немлес коллекция. О, Кирголд подорожал, может мне его себе приобрести? В смысле, мой Кирголд? А, нет, давай, мне он не нужен, я просто хочу, чтобы ты подарил кому-то, чтобы повезло за 0.03. Даже не тебе, кому-то слить? Просто слить за 0.03, Кирголд. Просто подарить какому-то подписчику. Давай, заходи на Кирголд, давай, продавай. Мы весь твой инвентарь продаем за 0.03. Нет, давай, какой еще Кирголд, я не хочу его продавать. Нет, у меня Кирголд. Нажимай кнопочку продать, давай. Нет, Саня, тик-так. Давай. Хорошо, я пепа, только не продавай. Давай, нет, ты то, что ты пепа, это понятно. Нажимай, нажми дальше. Выставляй 0.03. Ты шутишь?
0. Нет! 0-3. Нет! Только не Кирголд! Нет! И наводи на кнопочку создать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как жестко. Наводи на кнопку создать. Мне поворота. И... Нет! Считай до трех. Нет! Нет! Считай до трех. Давай. Один. Один. Давай, давай, давай. Два. Два. Готов взливать. Готов. Ты готов? Готов. Поехали. Стоп. Стоп. Закрывай. Это шутка? Закрывай. Что ты засал, скажи мне, пожалуйста, а? Да. Это шутка, ладно, все, можно не продавать. Ладно, все, ты прошел все мои задания. Поздравляю. Давай руку. Ой. Пусть поверь ты мне. Поверь ты мне. Я так на тебя отыграюсь. Дорогулечка ты моя, я так на тебя отыграюсь. Руку жать. С ботами! Двумя руками! А, подожди, так я тебе как раз две хотел протянуть. Ну что, братан, это была нереально жесткая рубрика, я не знаю. Тик-так, после этого мне больше не друг. Но если вы хотите увидеть продолжение этой рубрики, ну чтобы я уже троллил Тик-така, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. А кто хочет получить бесплатно БП и 20 уровней, жду всех у меня в Т-канале, ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.